нехватка времени. Но в любом случае я приоритет отдаю тренировкам с железом. Что трудно заметить, это то, что спина перестает как-либо чувствоваться. Я написал книгу, ну, там, по оздоровлению спины, упражнений, что там такое. И должен сказать, что это все работало. Ну вот лично для меня как-то все эти методы перестали работать. И вот, ну, в первую очередь, умственное освобождение от разного рода проблем здорово повлияло. Вот просто здорово, ничего не делаешь, но ты осознал, что вот эти все эти проблемы, которые ты не решаешь, которые ты переживаешь, скапливаются в районе поясницы, позвоночного столба, и начинают там вести свою разрушительную работу. Потом это как-то тоже, знаете, перестал особо работать. И вот, наконец-таки, гравитационная гимнастика. Два упражнения. Это тяга и штанга на плечах. Я думал, вот, ну, вот, вот это вот разламывает поясницу, потому что непосредственно идет нагрузка на нее. И оказывается, последний раз поднял 340 в тяге и 300, какой 340, 440 в тяге и 308 штанга на плечах, подержи. Сделали спину еще крепче. Фу, вот тебе и парадокс. Сделали спину еще крепче. Thank you.
вот интересные вещи. Поэтому мне хочется следующую книгу написать, вернее, вот это вот переработать, с учетом вот этих вот вновь полученных знаний и опыта. Тщательная разминка, особенно плечей. Вес на 6 килограмм стал больше. Сразу почувствовалось на суставах. Надо еще размяться. Второй подход уже размялся. Прибавим 20. Вот здесь вот закололо. Особенно на вдохе. Вот здесь вот колет. Смотрел фильм «Олимпия». И там все. Сердце тяжелоатлета или там сердце бодибилдера, то есть люди, которые занимаются тяжестями, у них увеличится сердце, мол, вредно влияет на сердце. Довольно-таки сильно колет, всякое бывает. Ну, поехали. Тяжеловато.
Кстати, сейчас вдыхаю, боль ушла. Вот такие вот вещи бывают. То мне было больно вдохнуть вот здесь. Сейчас ничего. Поправился. Уточком я там одеваю, ну, трико там, домашнюю одежду, на весы. 108-100. Ну где в основном? В основном в пузе. Ха, ни в руках, ни в ногах. А в основном в пузе. Чувствуется, живот начинает душить. Поэтому я сегодня жрать лежа не буду. А вот на живот я сделаю подходика 4. Ну и хватит. Фух. Сердце призывно забилось. Пот кинуло. Желудок еще обеденную еду не переварил. Поэтому ужинать не буду. Два яблока и там чай выпью. И все на этом. Yeah.
Думаю, что желудок не варит. До этого более-менее грибов поел. Поел маринованных грибов. Вроде бы в охотку. Чужеродная пища. Поэтому и не варить. И хватит, чувствую, хорошо поработал. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!